сможете попасть на это увлекательное событие. Ну, а с 9 до 10 часов по московскому времени вас ждет радиоприемная. К нам придет специалист по инвестициям в недвижимость. Будем обсуждать с вами инвестиции именно в ту самую как недвижимость. Как заработать деньги на том, что называется недвижимостью. То есть не просто как купить себе недвижимость, а как на этом заработать. Оказывается, такие способы тоже существуют. И если вы, так сказать, у вас есть какие-то хоть маленькие сбережения, их можно грамотно вложить и потом получить прибыль. В Москве 9 часов, в Екатеринбурге 11, Кемерове 12, Улан-Удэ 14, Чите, Якутске 15 часов. Студия с новостями, Анастасия Юрьева. Здравствуйте. В этом выпуске ответственных за избиение людей при разгоне акций протеста на Украине могут не пустить в Евросоюз. Ураган Ксавьер, который принес немало бед странам Старого Света, добрался до центральной части России. И в китайском городе появится русская улица. Стоимость проекта оценивают в 13 миллионов долларов. Теперь подробнее об этих и других новостях. Ответственных за избиение людей при разгоне акций протеста в украинской столице не пустят в Евросоюз. Это произойдет в том случае, если президент страны Виктор Янукович не накажет виновных. Об этом, как передает Униан, предупредил председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок. По данным агентства, Европейский парламент вынесет резолюцию по событиям на Украине уже на следующей неделе. Ожидается, что депутаты поддержат украинцев, которые выступают за европейскую интеграцию и проводят митинги в Киеве и других городах страны. Между тем, украинская оппозиция созывает сегодня в центре Киева очередное народное вече. Массовая акция в таком формате, когда в столицу съезжаются сторонники евроинтеграции со всей Украины, пройдет уже в третий раз за последние 17 дней. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что должны собраться более миллиона человек. Тезисы своих выступлений лидеры оппозиции озвучили еще накануне. Так, лидер «Батьковщины» Арсений Яценюк заявил, что переговоры с властью о разрешении кризиса в стране возможны только после выполнения президентом Виктором Януковичем трех требований. Это отставка правительства, привлечение к ответственности виновных в силовом разгоне акций протеста и освобождение задержанных. Но накануне вечером фракция правящей партии регионов в парламенте Украины заявила о необходимости диалога с оппозицией для выхода из кризиса. Регионалы готовы создать переговорную группу для нормализации ситуации в Киеве, однако оппозиция должна прекратить блокаду правительственных зданий, изолировать провокаторов и успокоить митингующих. Ураган Ксавьер, который принес немало бед странам Старого Света, добрался до центральной части России. Впрочем, стихия растеряла почти всю свою силу. Синоптики подчеркивают, что жителям Москвы не стоит бояться повторения европейского сценария. Между тем, на столицу обрушились снегопады с порывистым ветром. Осадки не прекращаются уже третьи сутки. Сегодня, как ожидается, выпадет еще 10-15 сантиметров снега. Коммунальные службы с уборкой улиц пока справляются. Накануне на дорогах Москвы работали около 9000 единиц спецтехники. Согласно прогнозам, вместе с циклоном придет и похолодание. В столичном регионе на следующей неделе столбики термометров опустятся до минус 8 градусов. Крупная авария в Москве. Как сообщили в столичном главке МВД, на 51-м километре Щелковского шоссе женщина-водитель «Тойоты» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там ее машина столкнулась с автомобилем «Хёндай», в котором ехали 4 сотрудника полиции, свободные от службы время. В результате ДТП женщина погибла, двое полицейских госпитализированы. Обстоятельства аварии уточняют. Память героев «Форсажа» Пола Уокера, который погиб в ДТП, почтят сегодня в Калифорнии. Более 7 тысяч человек придут на место аварии в городе Валенсия, об этом сообщает «Тартас». Актер разбился неделю назад, он был пассажиром автомобиля «Порше», за рулем которого находился его друг. Как говорят очевидцы, машина резко набрала скорость, после чего, потеряв управление, врезалась в ограждение и деревья. Автомобиль загорелся, Уокер и его друг погибли на месте. Дата и место похорон актера пока неизвестны.
китайском городе Тачен появится русская улица. Как передает агентство Синьхуа, стоимость проекта оценивают в 13 миллионов долларов. Улица займет площадь 80 тысяч квадратных метров. Там будут находиться торгово-развлекательные комплексы. В задумке застройщиков улица познакомит посетителей с традиционной русской культурой. В Китае, отмечу, уже есть улицы с русским колоритом в двух городах страны Харбине и Даляне. Эти и другие новости доступны на нашем сайте radiomayak.ru. Погода на маяке. В Петербурге сегодня, по данным центра ФОБОС, небольшой снег, температура -3-5 градусов. В Москве также осадки, на дорогах гололедица, днем 2-4 мороза. Сейчас в российской столице -3, атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Парка культуры и отдыха. Приглашаем всех в радиоприемную. На приеме находится Мария Баченина. Да, и Кирилл Рацик, и мы не у врача. Мы у специалиста. У специалиста, или, можно сказать, эксперта по инвестициям в недвижимость. Вера Семенова сегодня у нас в гостях. Доброе утро, Вера. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, можно разбогатеть вот нам с Рацигом? Конечно, можно. Было бы желание разбогатеть. А есть, где взять? Желание есть. Желание всегда есть. Я с ним засыпаю, просыпаюсь, и вообще начальный капитал. Большой нужен? Вы знаете, в зависимости от того, чего вы хотите. То есть, если... Много денег?
Ну, много денег сразу не бывает. Если поставить цель и идти к этому планомерно, то деньги точно будут. Угу, так. Хорошо, давайте так. С чего начать? Да. Вот, скажите, вы, насколько я понимаю, да, из заявленной темы, то есть можно вложить какие-то минимальные средства, там, ну, если... А минимально это не было заявлено в теме. Ну, подождите, это подождите, он сказал подождите. Сейчас, минимальные, это не нет, ну, подождите, ну, все же начинаем. Вы же сказали, что все потихонечку-полегонечку. То есть у меня нет свободных 5 миллионов. Ну, нету у меня их. Даже у меня одного даже нету свободного. Да, да, значит... Но их свободных очень редко, когда бывают свободные, прям совсем свободные. Ну, да, ну, с какой отметки надо, то есть, если я правильно понимаю, можно какие-то свои сбережения вложить на первоначальном этапе в строительство чего-либо, да, и потом получать с этого смотрите, какие-то способов прибыль. Совершенно, способов совершенно разных, много. И вопрос, если, я так понимаю, вы сейчас говорите о новостройке какой-то и вложить на начальном этапе, как только еще там вот земля и документы, да. На этом этапе, да, действительно можно заработать от 20 до 30% по завершению сдачи дома. То есть, если я вкладываю 1 миллион, то я на выходе получу 1 200 000. Да, 1 200 000, 1 300 000. 1 300 000. В зависимости от того, когда вы продали этот объект. Если вы этот объект продали, все-таки получили собственность и сделали маломальский ремонт, то вы точно уже продадите за 1 500 000. За 1 500 000. Но здесь слушай, же, но здесь это же очень идет... много денег надо, нет, Кирилл. Подожди, подожди. Меня интересует вот технология. Значит, а считается, вот от, с какого момента считается, что я собственник? С момента, когда я вложил деньги и пошло строительство? Или когда его сдали, и мне дают документы, мне еще 3 года надо ждать, чтобы потом там не платить какой-то налог или что-то еще? А дело все в том, что когда вы приобретаете, вам указывают в договоре сумму, по какой цене вы приобретаете. Поэтому у вас право продать по той же цене, по какой вы и купили. Потому что иногда бывают у клиентов ошибки, в чем заключается? В том, что они говорят, вот, мне надо дождаться 3 года и после этого только продать. Смотрите, когда вы покупаете новостройку, там в любом случае сумма уже указана. Из той суммы, которую вы вложили, она не облагается. Вы облагаетесь налогом, то есть на доход. Ага. То есть у меня... То есть если вы квартиру купили за 1 000 000, продали за 1 500 000, так. То за 500, с 500 вы тоже платить не будете, потому что у нас есть 1 000 000, та сумма, которая не облагается налогом. Не облагается налогом, да. А, то есть как только построили, под ключ вот если возвели. Вы продаете квартиру, например, за 2 300, то с 300 тысяч у вас будет налог 13%. А, то есть все, что больше 2 000 000? Нет, все, что больше той суммы, например, мы говорили о том, что вы за 1 000 000 купили. Вы уже вложили, это не доход. Да, а продаете за 2 300. За 2 300. 1 000 000 необлагаемый, это то есть 2 получается. И 300 это уже тот доход, который вы получили. А, я тоже самое сказала. Слушайте, а вот вложение инвестиций, вернее, да, инвестирование, инвестиции, все правильно. Инвестиции в недвижимость, это надежный бизнес или очень рисковый? Я считаю, что это самый, единственный надежный способ инвестирования. И смотрите, есть... Два момента. Или мы хотим заработать, или мы хотим сохранить. У всех разное понимание. Даже те люди, которые имеют там 300-500 тысяч, желание эти деньги сохранить. Я, например, не знаю других способов, особенно у нас в стране, куда можно вложить деньги для того, чтобы их сохранить. И недвижимость – это один из способов сохранения денег. Второй момент. Если вы недвижимость приобретаете уже с каким-то дисконтом, то вы во время покупки уже зарабатываете. А понятно? Как можно найти недвижимость с дисконтом? Такой недвижимости достаточно много. И тут нужно четко понимать, или вы сами этим занимаетесь. Вот, например, если вы идете на рынок сейчас, вот имеете, например, не знаю, 3 миллиона рублей, идете в лобовую и что-то покупаете, не разбираясь в том, чего есть на рынке, и как понять, что это уже дешевле ты покупаешь, то, ну, во-первых, надо повариться в этом, все-таки поизучать рынок, посмотреть, какие объекты. То есть на это нужно время. Если у вас времени нет, но есть какие-то свободные деньги, которые вы готовы инвестировать, тогда нужно все-таки обратиться к специалистам, к тем, кто занимается инвестированием. Ну, а какие-то, что такое, например, я сейчас объясню. Да. Вот смотрите, что такое с дисконтом? Например, те квартиры, которые продаются через наследство, то есть приобретались через наследство, да, они уже с дисконтом идут 10-15%, есть риск. Мало ли, вдруг наследственные дела,
там вдруг наследники не все участвовали. И, как правило, квартиры после наследства, они идут с небольшим, но они идут с дисконтом. Если вот взять на рынок ровные, то эти квартиры будут чуть дешевле. Это то есть, первый если, момент. Подождите, это если какой-нибудь престарелый человек продает свою квартиру, у него есть наследники, правильно я понимаю? Это, нет, это, вот это если случай. Престарелый человек умер и да. унаследовала дочка, допустим, да? А там, например, есть там сын не или одна нет? дочка, а их было три. Все, дошло, а у него дошло. Вторая, третья жена. И наследник был один, а там, может, там еще их пятеро. Все, я поняла. Я поняла. Вот эти квартиры проверить на... На то, что действительно юридически они чистые, достаточно сложно, потому что наследственные дела – это, ну, сами понимаете, вопрос. Всю правду знает тот, кто умер, и сколько у него там было наследников, и кому он унаследовал. Не, ну подождите, а разве право на собственность, которое принадлежит ему, и если... А вдруг через в течение 3 лет появляется еще один наследник, который имеет точно такое же право, и здесь есть некие риски. Ага. А есть... какие еще есть ситуации? А, ну, например, вот смотрите, вот все, что касается... Я, например, сама лично люблю те квартиры, когда вы приобретаете доли. В этом я действительно такой... А что значит доля? Что, объясните, как технологию? Мне кажется, ну, вот да, смотрите. Это вот один из способов. Вот то, что вот Кирилл привел способ... Сейчас, одну секундочку. То, что ты привел способ на этапе строительства, это просто покупка себе недвижимости, так называемой. Ну, то есть более дешевый способ покупки для себя недвижимости. А вот чтобы способ заработать, мне вот кажется, вот это больше способ заработать. Нет, ну, на новостройки тоже вкладывают. Почему? Потому что, например, если он уже живет где-то в какой-то квартире, ему не сильно... Ну, а надо куда-то вложить деньги, то, конечно же, новостройки тоже работают. Смотрите, это от типа людей зависит. Кто-то, например, разбирается в новостройках и знает, что я там сам сделаю ремонт, и мне этот ремонт обойдется, там, допустим, только стройматериалы, и он понимает, что на этом он уже тоже зарабатывает. Вот. А те, кто, например... Я, например, сама лично не сильно люблю новостройки, потому что действительно в них нужно изначально смотреть пакет документов, насколько действительно достроится ли это, насколько... финансово подготовлена та строительная компания, которая да, строит. Репутация ее долго, я люблю, это много денег надо, сразу я много. Люблю, знаете, например, покупать у подрядчиков квартиры. Они продают дешевле их, потому что застройщик им, то есть ту работу, которую подрядчик выполнил, застройщик, например, рассчитывается с ними квартирами. И подрядчику, как правило, хочется быстрее с рынка эти квартиры продать. Почему? Потому что ему, его задача дальше зарабатывать. Слушайте, какая и система странная. Подождите, а где мне искать подрядчика, застройщика? То есть это как бы подрядчика? А вот смотрите, на рынке появляются квартиры, да, появляется строительная компания, которая начинает реализовывать. Есть квартиры, которые сама строительная компания выполняет, но эти квартиры появляются тогда, когда уже дом, ну, почти практически сдан. Угу. То есть тут минимальные риски. Когда с дома уже стоит, вы видите, что он под крышей, что действительно его достроят. И вот тут иногда появляются подрядчики, которые говорят о том, что на рынке заявляют вот эти квартиры, и они их продают дешевле, чем у застройщика. А какой процент того, что недостроя, вот то, что или не сданных домов, или чего-то еще? Ой, это зависит от самой компании, и какой-то процент я точно не возьмусь называть, потому что, если нет, говорить в 2008 году, ну, достаточно много строительных компаний у нас разорились и не достроили. А если дело дома происходит в Москве, а не в Подмосковье, то тут вообще сроков не дают. Нет, подождите, стоп, а подождите, что-то я недопонимаю. Но фундамент заложен. Значит, 28 этажей возведено. Дом не сдан, потому что там не работают лифты. То есть, давайте возьмем наш знаменитый дом на Беговой. Тот вот самый огромный дом, который стоит над, да, этим кольце. Да, я знаю, о чем речь. Это, да, дом, о нем очень много. Его начали строить с 2003 года. На самом деле, люди заехали туда в 2010 году. Угу. То есть через... Потому что, когда стали строить дом, никто не подумал о парковке. И дом этот очень долго строился. Там было, не одна была забастовка для того, чтобы сдать этот дом. Во-первых, там парковки нет. И, ну, у нас, как всегда бывает, дом построили, а вот все остальное, инфраструктуру, где люди будут, как подъезжать будут к дому и где оставлять машины, ну, что-то как-то не додумали. Вот. И там задач было ряд.
Это вот одна из задач, которая стояла. Но в конечном итоге, вот смотрите, те люди, которые квартиры покупали в этом доме в 2003 году, они, наверное, скорее всего, не так много заработали, как, например, те, которые покупали их в 2008-2009 году. А что дисконт там было? Был достаточно да? большой, потому на что... На этот дом именно или вообще? Потому что строительство было заморожено. Mm. И шли разговоры о том, что чуть ли там не будут его сносить. И... Вер, неужели ситуация... кто-то покупает при таких? Вот и клиенты купили, и она у меня сейчас счастлива. Но, и это довольна. Я понимаю, почему она объясню сейчас по цифрам. Знаете, Вер, объясню... подождите, ну давайте сначала объясните. Она миллионерша? Нет. Нет. Мы продавали ее квартиру, и она разъезжалась с сыном на две квартиры. У то есть у них была большая квартира. Получается, хорошо. Да. И к ней подходит и говорит, слушайте, там дом, может, снесут, может, нет. Ну, давайте купим по дешевке. И она пошла на этот риск? Да. А знаете почему? Потому что, во-первых, есть некие моменты, которые, ну... Вот смотрите, тот дом, который построили, вероятность его сноса была минимальная. Знаете почему? Потому что там 15 этажей – это государственные, то есть там налоговая инспекция. А, это надо знать такие конечно, нюансы. Конечно, эти нюансы нужно понимать, и когда я своей клиентке начала рекламная говорить… Рекламная минутка, обращайтесь к специалисту. Первые 5 этажей – налоговая. А что же 15. Первые 15 этажей налоговые. Так а подождите, а почему же такая проволочка-то? Что же они не могли там это нажать на кнопочку? И на старуху Радзик бывает проруха. Нет, я слышал о таких историях, там, когда, допустим, администрация города строит у себя, там, вот я в частности, железнодорожный город, да, я знаю, что там вся администрация вот решила себе построить этот дом. Да, и вот люди там впрыгнули туда, потому что понимают, что этот дом точно будет достроен, что он точно будет сдан, что он точно будет, ну, то есть о нем будут заботиться соответствующие органы, да? А, ну, это же информация какая-то частная. Смотрите, или, я не знаю, всегда там... преимущество возлагаю на те дома, где есть частично государственные деньги, то есть участвуют бюджетные деньги, и коммерческие. Когда вот этот тандем, тогда точно достроится дом. Вы сами понимаете, что у нас в бюджете началось финансирование, да? Ну, мало ли там что-то произошла, какая-то ситуация, финансирование закрыли, все. Но другие деньги строить их просто нет. Uh-huh. И уже коммерческие деньги туда не зайдут. Те люди, которые не участвуют в строительстве, понятно, что они уже не заинтересованы. И это надо ждать, когда в бюджете опять появятся деньги, и опять там это все достроится. Вот нужно все-таки... Вы знаете, я знаю ряд домов, где, например, есть муниципальное жилье и коммерческое жилье. Даже разница в подъездах. Большая? Очень существенная. Ну, а где лучше? Ну, конечно же, коммерческая. Ну, коммерческая, конечно же. Ты заходишь, там, то, ой, там плитка другая, там ковры, люстры, то есть чистота, цветы и все остальное. Друзья, если у вас возникают вопросы к нашему эксперту, Вера Семеновна у нас сегодня в гостях, специалиста по инвестициям в недвижимость, какие-то вопросы личные, допустим, ну, я имею в виду по делам нашим, присылайте их на смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Маяк» или звоните 728-7171. Вот вы не сказали самого интересного. Технологию-то вот да эту. Нет, ты перебил на моменте, сколько заработали люди, которые по дисконту получили. Да, сколько заработали люди. Ну вот давайте пример приведу. Вот опять же дом на Беговой. Мы квартиру там купили, однокомнатную квартиру, за 7300. На сегодняшний день она 13 миллионов стоит. То есть есть другой клиент. А продать клиент. Ее возможно? Вот я почему говорю 13, потому что вот только что был клиент, мы ему продали квартиру в этом доме за 13 миллионов. Офигеть. Где взять эти 7 миллионов? А? Есть где-нибудь поменьше первоначально? Вы знаете, вот я бы не зацикливалась на том, на определенной какой-то сумме. Я просто бы открыла бы некие, знаете, как глаза и начала обращать внимание, что есть на рынке. Особенно в регионах. Там в любом случае есть объекты, которые недооценены. Опять же, обратите внимание на квартиры, которые совершенно без ремонта. Вот знаете, как вот в советское время, вот они убитые, когда-то там был ремонт еще когда при сдаче дома. Вот такие квартиры практически всегда продаются с дисконтом на 20%. То есть изначально не покупайте объекты в лобовую на рынке по максимальной цене. Ну подождите, но когда вы въезжаете в эту халупу, в которой жили непонятно кто, и там проваленный пол, и надо... То есть мы понимаем, что мы купим там... Нет, у меня была ситуация... Вы знаете, я считаю, что... Вот смотрите, нельзя перенести улицу, дом и все остальное. Смотрите качество дома, расположение дома, где он находится. А вот все, что внутри,
внутри квартиры. Вот можно все совершенно изменить, там, сделать понятно. Перепланировку и все это что угодно. Это понятно, но я могу купить, допустим, квартиру за 12 миллионов, да, и точно такая же квартира, которая стоит, ну, допустим, там она будет стоить там 10-800, но я понимаю, что я вот этот 1 200 000, даже больше, у меня будет стоить ремонт, потому что мне надо переделывать все, мне надо вскрывать полы, переделывать полы, мне надо вскрывать всю проводку, переделывать проводку, мне надо все стены там выравнивать и все. У меня это даже больше, чем 1 200 000 выйдет ремонт. То есть здесь математика-то, она же такая. А, смотрите, я же изначально говорила, что те, кто готов сами вкладывать свои силы в ремонт квартиры, потратить деньги только на стройматериал. Вот только если это в этом плане, я да. говорю о том, что когда человек понимает, что он начинает вот на этом зарабатывать. Понятно, что если вы покупаете себе... то человек, когда покупает себе, вот лично жить, сам собирается в этой квартире, как правило, все-таки я считаю, что выбираете то, чего нравится. А когда, вот тут разница большая, а когда вы все-таки выбираете объект для инвестирования, зарабатывания денег, это совсем другой вариант. Когда, знаете, у меня клиенты обращаются и говорят: ой, Вера, мне что-то дом не очень нравится, и что-то как-то тут вот... Я говорю: послушайте, мы не... Смотрите, не обращайте на объект, как на себе лично приобретая. То есть, если вы сами в нем жить не будете, какая да. вам разница? Я инвесторам говорю о том, что какая вам разница, какая там квартира, какой дом. Мы сейчас квартиру покупаем с дисконтом 30%. А вы прям сразу знаете и вот видите, что она продастся? Ну, конечно. Да? Есть, посмотрите, специалисты... А если квартира не продается, это значит, что завышена стоимость или что? В чем проблема? Смотрите, всегда две причины. Или неправильно квартира позиционируется на рынке, маркетинговый какой-то план по реализации этого объекта не использован, вот как он должен быть использован, полностью все инструменты. Интересно. А я вам сейчас расскажу. У нас есть очень ленивые риэлторы, да. которые выставляют, например, в одну базу квартиру, сидят и вот просто тупо ждут, когда же им позвонят. Не анализируя, что происходит на рынке. Очень часто нужно обращать внимание, вот в данный момент, когда ты начинаешь продавать квартиру, конкурентов смотреть. Так, аналогично такая же квартира, если их там уже квартир штук 30, вы прекрасно понимаете, что ее достаточно сложно будет продать. Почему в новостройках сложно продавать квартиры? В новостройках. Потому что сразу заселяется, там, допустим, там, я не знаю, 20-этажный дом, и, как правило, процентов 30-40 инвестиционных квартир, которые сразу же продаются на рынке. И вот почему я они не очень люблю новостройки, они все одинаковые, тут только ценой. Тут только можно, допустим, реализовать быстрее, опять же, только снизиться по цене. Ну, то есть тут надо смотреть, как бы, такой общий аспект. Смотри, допустим, смотреть, где находится, если это старострой, да, где находится твоя квартира, инфраструктура вокруг, район престижен, не престижен, даже если конкурентов по планировке таких предостаточно. А если все одинаково, то сбрасывай цену. А вот второй пункт, вот это вы сказали по поводу, если цена и риэлтор ленивый, а еще какой бывает нюанс? Да. Знаете, тут, наверное, если говорить о вторичном рынке, и когда человек готов реализовать свой объект, есть такой момент, когда вот собственник по каким-то причинам, это, наверное, уже больше психологический момент, по каким-то причинам просто заявляет внешне, что хочу продать, а на самом деле, когда приходишь на объект, да, и смотришь, так он даже там и не собирался. И начинаешь сразу задавать вопрос: вы вообще собираетесь продавать, или мы просто вот поиграться на рынок вышли? А что значит не собирается продавать? А объясню, почему. Живет и живет. Живет и живет. То есть ему говоришь: слушайте, задача сделать предпродажную подготовку объекта. То есть объект подготовить к продаже. Что входит в предпродажную подготовку? Вот смотрите, это я приношу аналогию всегда, как вы продаете автомобиль. Прежде чем выгнать его на рынок или загнать куда-то в салон на реализацию, мы что делаем? Мы его помыли, почистили и привели его в порядок. Точно так же нужно сделать и с квартирой. И первая задача квартиру все-таки подготовить к тому, чтобы она выглядела по типу гостиничного. То есть когда клиенты приходят смотреть квартиру, все-таки они заходили, не видели предыдущего собственника. То есть только после этого клиент приходит и начинает смотреть квартиру. Очень большая ошибка, когда там, знаете, куча статуэток, куча фотографий, там, картин. И люди приходят, и внимание не на объект.
а на то, кто там жил, чего там происходит в этой квартире. И вот это вот состояние покупателя достаточно некомфортное. И люди вот переступают порог, быстренько разворачиваются и убегают, потому что, ну, некомфортно. Знаете, как это, когда вы приходите в магазин, и за вами продавщица ходит прям вот чуть ли не вот в спину дышит. Понятно. Не сильно же комфортно покупать, ну, что-то. Нет, ну, в общем, да. Нет, ну хотя бы косметический легкий ремонт обязательно надо сделать, чтобы произвести хотя бы первое впечатление, что вау! Да. Вот это, хотя бы, чтобы плинтуса были чистые, потолок хотя белый. Хотя помыть, я всегда говорю, помойте хотя бы окна и повесьте шторы. Да, ну вот много вопросов задают относительно долевого участия. Я думаю, что об этом мы поговорим в следующие полчаса нашей программы. Друзья, задавайте свои вопросы на смс-портале 5533, начиная со слова «Маяк». Ну и звоните 728-7171, код Москвы 495. У нас в гостях специалист по инвестициям в недвижимость Вера Семенова. Любимый праздник. Новый год. Где, с кем и зачем его встречать? 7 и 8 декабря авторитетные эксперты рассказывают о том, куда поехать в новогодние дни, что подарить домашнему любимцу, из чего изготовить самые лучшие елочные игрушки, как превратиться в Деда Мороза. В эти выходные Новый год. Технология праздника. В Москве, в студии с новостями, Анастасия Юрьева. Здравствуйте. Криминогенная ситуация в Киеве обостряется, однако в целом в регионах обстановка существенно не изменилась. Об этом глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил в обращении к киевлянам, которые сегодня намерены принять участие в Народном вече. Оно пройдет в 2 часа дня по Москве. Возникает обеспокоенность оперативной обстановкой в городе, где выросли отдельные преступные проявления, в частности, квартирные кражи, грабежи и хулиганство. В столицу, к сожалению, направляются и лица с сомнительными намерениями, отмечает Захарченко. Добавлю, что украинская оппозиция созывает очередной народный вече в центре Киева. Массовая акция в таком формате, когда в столицу съезжают сторонники евроинтеграции со всей Украины, пройдет уже в третий раз за последние 17 дней. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что должны собраться более миллиона человек. Тысячи пассажиров уже сутки не могут вовремя вылететь из разных аэропортов Великобритании, включая лондонский Хитроу. Накануне из-за технических проблем вышли из строя системы связи диспетчеров. Сейчас оборудование уже починили, однако сотни рейсов, в том числе и в Россию, по-прежнему отменены или задержаны. Закладка храма в честь Николая II состоится сегодня в Москве. Церковь возведут на Варшавском шоссе. Император Николай II и члены его семьи были расстреляны в 1918 году в Екатеринбурге. В 1981 году их причислили к лику мучеников Русской Православной Церкви за границей, а в 2000 году канонизировала РПЦ. И о погоде. В Петербурге сегодня, по данным Центра ФОБОС, небольшой снег, температура -3-5 градусов. В Москве также осадки, дорога гололедится, днем 2-4 мороза. Сейчас в российской столице -3. Новости спорта. В студии Роберт Сагитов. В американском Парк-Сити продолжается второй этап Кубка мира по бобслею и скелетону. В соревнованиях бобслейных четверок российский экипаж во главе с Александром Касьяновым занял третье место, но победу праздновала четверка Стивена Холкомба из США. А мужская сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Евгений Стёгов, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко стала третьей в первой эстафетной гонке сезона на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Тему продолжит Екатерина Маловичко. Открывал гонку Алексей Волков, который снова показал себя отличным эстафетным бойцом. Невзирая на неудачу в спринте, здесь он потратил лишь один дополнительный патрон, а благодаря точной стрельбе на втором рубеже закрепился в группе лидеров наряду с французами и немцами. Евгений Устюгов лежа отстрелял без ошибок и ушел на трассу первым, опережая на секунду французов. К этому моменту в Хохфильцене пошел сильный снег, и на втором рубеже ошиблись многие. Благодаря этому, даже несмотря на два дополнительных патрона, Устюгов сохранил лидерство. Но его догнал легендарный Оля
Эйнар Бьёрндален, который накатил в своем фирменном стиле и вытащил сборную Норвегии с 10 места на первое. К финишу они пришли с Устюговым вместе. Антон Шипулин с тремя дополнительными патронами, невероятными усилиями сумел удержаться в лидерах, но ему тоже пришлось соперничать с норвежцем. Тари Бё догнал россиянина, и вместе они оставили позади лидировавших до того шведов. Решающий этап достался Дмитрию Малышко, а Норвегию здесь представлял лучший спринтер тура Эмиль Свенсен. Ключевой стала первая стрельба. Малышко промахнулся трижды, так что Свенсен и швед Карл Юхан Бергман обогнали россиянина. На заключительном рубеже один раз ошибся и Свенсен, но промахнулся и Малышко, так что Свенсен финишировал с преимуществом в 20 секунд. На последних метрах дистанции Дима не смог побороться со шведом за серебро. В итоге у России третье место. Напомню, год назад в Хохфильсене точно так же норвежцы были первыми, а россияне третьими. Но затем наши биатлонисты выиграли эстафету в Сочи. Такой сценарий в этом сезоне нашу сборную вполне устроит. Ну а ранее состоялась женская эстафета, в которой российский квартет остановился в шаге от подиума, финишировав четвертыми. Победу одержала сборная Украины. Сегодня же этап в Хохфильсене завершится двумя гонками преследования. Сначала выявить сильнейшую на старт 10-километровой дистанции. В 14:30 выйдут женщины, затем в 16:30 состоится мужская гонка преследования. Обе гонки в прямом эфире покажут телеканал «Россия-2». Подробности последуют и в нашем эфире. «Локомотив» в родных стенах сыграл в ничью с «Казанским Рубином» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. На сложных погодных условиях и на вязком газоне команды не смогли порадовать зрителей забитыми голами. Таким образом, «Локомотив» завершил первую часть первенства формально на второй строчке, но при этом имеет столько же очков, сколько и питерский «Зенит». «Волга» уступила крыльям «Советов» и «Самар» 1-2, а «Анжи» в очередной раз завершил свой матч в ничью, на этот раз сыграв по нулям с «Краснодарской Кубанью». Сегодня тур будет продолжен тремя матчами, и первыми в борьбу за очки в 13:30 вступят Ростов и «Спартак». Московская «Динамо» на домашнем иду лишь серии буллитов добилась победы над подольским «Витязем» 3-2 в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, продлив победную серию до трех игр. Успех позволил москвичам сократить отставание от питерского «СКА», идущего на первой строчке западной конференции, до двух очков. Команда из Подольска обосновалась на 11-й позиции в той же конференции. В других матчах дня челябинский «Трактор» уступил «Югре» 0-2, магнитогорский «Металлург» по буллитам сломил сопротивление автомобилиста из Екатеринбурга 4-3, Салават Юлаев был сильнее станинского «Бориса» 6-3, а «Нефтехимик» пропустил 4 безответные шайбы от гостей из Омска «Авангарда». Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов. Сенсации, нелепости, модные тенденции, неожиданные рецепты. Деловая, глянцевая, спортивная. Вся пресса в одной программе. По всем статьям. С вами Ника Горбунова. Каждый будний день. По всем статьям. Радиомаяк. Радиоприемная. Парка культуры и отдыха. Друзья, зарабатываем деньги на недвижимости. Ну, как-то так бы хотелось. Пытаемся хотя бы что-нибудь такое узнать, как это делается. Да. У нас в гостях специалист по инвестициям в недвижимость Вера Семенова. Вера, еще раз доброе утро. Доброе утро. И мне кажется, мы подобрались к самому... потому что мы сейчас с Кириллом разговаривали за кадром. Ну, это должны быть свободные деньги, где-то миллион. Или хотя бы 500 тысяч. Да, огромные какие-то бабки. Есть что-нибудь поменьше? Вы знаете, вот если возможно, расскажу пример свой. В 98-м году, когда мне там было 20 с небольшим, и у нас был один из кризисов в стране. А сейчас вы миллионер? Когда... Ранте! Порозовела, как наши гости. И вы знаете, когда я... Вот, опять же, какая-то внутренняя интуиция присутствовала всегда, и в тот небольшой период у меня небольшая сумма была денег, но я точно понимала, что куда-то надо вложить. И в тот момент я купила тогда несколько гаражей. А почему, объясню, потому что, во-первых, регистрация не так долго проходила. Uh-huh. Я понимала, я очень хорошо помню тот период, когда там все скупали подряд, бежали там кто технику покупал, кто мебель, кто что. Я тогда, помню, открываю газету, и первый попавший начала смотреть все, что есть, в те деньги, куда я вписываюсь. И я тогда купила несколько гаражей. Кстати, вот они у меня до сей поры стоят, то есть цена там совершенно уже другая. И... А что ж не продаются они? Они не продавались никогда. А, знаете, как это как некий вот такой, знаете, вот бывают ситуации, когда, ну, необходимы какие-то суммы небольшие. Золотой парашют ваш. Вы знаете, это те деньги, которые, например, вы... вернете, опять обратите их в деньги тогда, когда будет вот некая финансовая потребность. Например, продавать квартиру,
Да, она достаточно, ну, вам не надо, например, 5 миллионов, вот сейчас в обороте. Но, знаете, как бывают такие моменты, когда, ну, вот как-то вот, ну, можно один из гаражей, например, продать. Ну, золотой запас, как говорится. Ну, понятно, да. Все-таки вернемся. Часть что-то хранится в золотых монетах. Согласитесь, потому что это тоже небольшие сумки, пример. Но инвестирование. У нас большинство, 90%, а говорим мы, конечно же, не о Москве, а о регионах в том числе, голь перекатная. По зарплатам, судя. Соответственно, но, слава богу, у большинства я есть так не сказала, какая-то кубышечка и прочее. Вот, да, я хочу сказать, что всегда у людей они на, знаете, как вот на тот самый страшный день откладывают какие-то суммы. Слушайте, вот на этом моменте прервемся, нас... потому что звонок. Надевайте из наушники, из пожалуйста. Из Нижнего Новгорода. Да, дозвонился к нам Александр. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад, что я до вас дозвонился. Здравствуйте, Александр. Да, какой у вас вопрос? Собственно говоря, у меня вопрос такой. Была квартира собственностью у моей дедушки и бабушки. Дедушка и бабушка умерли. От дедушки мне досталась в собственности 1/6 часть квартиры. И вопрос, имеет ли смысл ее сейчас продавать или дожидаться полностью реализации квартиры, когда моя тетка вступит в наследство. То есть сейчас я, если смогу ее продать, то кому и как это сделать, или просто на самом деле лучше дождаться полной реализации квартиры. И продать, например, тете 1/6. Ну, вот смотрите, тут... хочет покупать. Она хочет, чтобы к ней подселили кого-то чужого. Вот, ну, смотрите, знаю, кому интересно 1/6. Это, первых, тем, кому, например, нужна если прописка. Это не Россия, если это в Москве. То мало, если это не Советский Союз, да, 1/6 часть суши, да, как мы были. Ну, все, давайте, рассказывайте. Ну, вот смотрите, если это доля в Москве, то 1/6 – это небольшая сумма, которую можно вложить, как бы, опять же, какой-то клочок небольшой недвижимости есть. А этого достаточно, чтобы прописаться в квартиру. Угу. Это первый момент. Второй момент. Если у вас сейчас вопрос не стоит, вот прям вот такой жесткий, каких-то денег нужно, я рекомендую не продавать, потому что доля, она всегда на процентов на 30 дешевле от рынка. Если вы будете считать, что, например, квартира стоит 5 миллионов, 1/6 там стоит чуть меньше 800 тысяч, то на рынке вы ее хорошо продадите, если там даже, ну, 1400. Ну, к примеру, это вот я просто приблизительно какие-то цифры, чтобы четко было понимание. А если вы вместе с тетей будете продавать одновременно всю квартиру, то 1/6 вы заберете от общей стоимости квартиры, то есть эти же 800 тысяч. Если отдельно за 800 тысяч долю, ну, это невозможно. То есть выход у Александра следующий. Договориться с тетушкой, чтобы она не мучилась, что у нее кто-то там левый прописан, что продается там ее туалет продается, как 1/6 квартира, допустим. Да? И сказать, дорогая моя тетушка, давайте мы с вами вместе продадим квартиру и поделим в соответствующих пропорциях деньги. Правильно я вас поняла? Вы знаете, вот когда те, кто владеет 1/6, они не могут повлиять на собственников, которые имеют 5/6. Почему? Как правило, эти собственники живут в этой квартире, пользуются, и то, что они не владеют 1/6, им не сильно это интересно и важно. Но когда они знают, что родственники владеют 1/6, но когда они понимают... Это я к тому, чтобы как сподвигнуть тетушку на продажу. Вы продолжите. Когда они понимают, что владеют чужой... Когда они понимают, что они владеют чужой 1/6, Тим и кто-то может прийти и с ними начинать жить. На 1/6 поставить раскладушку. На 1/6, да. Он придет поставить раскладушку, и, как правило, это он приходит, вот, и начинает жить. Тогда, конечно, человек ставит некомфортную ситуацию, и человек, соответственно, задумывается о том, чтобы продать, реализовать полностью весь объект. Мы вас поняли. Теперь вернемся все-таки к инвестициям. Вот, смотрите, я приду к вам. Не знаю. Ну, вот сейчас я вот у вас на приеме, да, допустим. Да, я слышу. И говорю, знаете, Вера, у меня есть 300 тысяч. Что я можно вам, с я этим вам буду сделать? Интересна, или вы скажете, Маша, еще где-нибудь. В нашей компании мы небольшие суммы принимаем под 18% годовых и собираем пул. Вот таких вот небольших инвесторов, которые готовы небольшую Кирилл сумму. Кирилл со мной придет. Да, возьмите Кирилла, который тоже принесет 300. Да, ну, и таких, ну, например, наберется человек 5. Да, набирается некая сумма и приобретается целиком объект на компанию. И все мы, конечно, юридически это все оформилось, конечно, да, конечно. Чтобы что все там расписки друг другу. Ну, все это должно, потому что это же любопытно, интересно. Ну, от какой суммы начинается разговор такой более или менее серьезный, когда вы так не косо
на меня будете смотреть? Ну, смотрите, нам вот 300 тысяч, конечно, сумма небольшая, но для того, чтобы человеку не потратить эти деньги, знаете, как вот и в банках не отнесешь, потому что там процент маленький, надолго, маленький, да. И он постепенно весь съедается, этот 10%, если в течение года, то инфляция, ну, инфляция у нас... Инфляция съедается, любой процент, да. Нет таких процентов, которые не съели бы. То, в принципе, я рекомендую, опять же, покупать... Вот зря вы говорите по поводу гаражей, это все-таки некий уже фундамент. Особенно в Москве машина-место. Потом его можно сдавать, это машина-место. Я ничего по поводу гаража не говорю, у меня есть один... Мне хорошо, только он не в Москве, собаку, а далеко. Так, но... Вот. Но, опять же, нужно смотреть, опять же, если говорить о гаражах, то смотреть, насколько они действительно интересны на рынке. Не просто купить коробку какую-то железную, которую ты точно там потом не продашь. А насколько он хорош сам по себе в качестве погреба, хранения. У нас тут было, знаете ли, обсуждение было у коллег, и мы обсуждали тему гаражи. Мужики собираются, как раньше. Ребята, это бум. Они там живут. Я вам серьезно говорю. Да, да, да. Есть такое. Особенно в регионах. Вы знаете, там вообще какая-то некая... Культ какой-то, да. Это некое событие, когда там муж уходит в гараж. Да. Я согласна. Это приходит так и... завтра. Нет, ну понятно. Ну, гаражи... Купите мужу квартиру, то бишь гараж. Слушайте, но вот у Кирилла вопрос, и я еще хочу предупредить, что много накопилось на СМС-портале. Давайте. Да, сейчас успеем. Нет, ну подождите. Ну вот начинаю. Ну хорошо, ладно, я там займу у друзей, там у меня будет 500 тысяч. Что дальше? Вот я пришел к вам, да, вы создали некую группу единомышленников, там по 500 рублей скинулись, тысяч, да, значит, и дальше что? Смотрите, мы приобретаем объект на эту сумму. Квартиру. Мы приобретаем объект или по срочному выкупу, то есть объекты ниже рынка. И на эту сумму, например, там 2-3 миллиона мы приобретаем, и, соответственно, вы становитесь некими сособственниками. По долям. По долям, так. Да. Вопрос в том, что, конечно же, чем меньше сособственников, тем проще и легче будет договориться в последующем. Ну, смотри, чем по больше... миллиону скинулись. Да, хорошо, это вот как вот двое. Сейчас предыдущий звонил слушатель и сказал о том, что вот у него там 1/6. Вот это всегда достаточно процесс непростой, но это в любом случае вы уже вложили в недвижимость. Это в любом случае у вас деньги уже сохраняются. Хорошо, это не говорить о том, что они зарабатывают, но хотя бы уже сохраняются. Что дальше? Потом, в зависимости от того, например, если это срочный выкуп, то объект продается на рынке в течение от 3 до 6 месяцев. Угу. И каждый в пропорциональной вложенной сумме получает свой доход. А вы уже оценили так, что, ну, вот конечно, уже по опыту, что это будет плюс 18%, ребят, годовых. Да, да, да. А то и больше. Рацик, зарплата скоро. Сначала ко мне, потом домой. Так. Все, запиши, а то забудешь. Давайте на СМС-портал посмотрим, что у нас здесь есть. Так, пожалуйста, подскажите, в каком документе написано, что доход от продажи до миллиона не облагается налогом? Я купила квартиру за 2, продала за 2 800. Но с меня требуют налог, Елена из Ростова. Знаете ответ? Ну, прямо сейчас ссылку сказать на статью, где указано, что миллион не облагается. Вот просто я сейчас к этому не готова. Но если оставят информацию, мы обязательно ответим на этот вопрос. Вот я не поняла, за 2 купили, за 2 800 продали. Да, и требуют налог со всех 2 800. Ну, это неправильно, 800, точно. 800, да. Но мне кажется, в налоговой вы должны узнать это правило, которое должно... Конечно. И законы предоставляет налоговая инспекция ваша. Если местная. Они... Смотрите, заполняется декларация, и к декларации прикладывается договор о приобретении и реализации, если это в течение 1 года. То есть человек показывает, что он за 2 купил, за 2 800 продал. То есть 800 тысяч – это некая прибыль, которую получили. Но у нас имеется миллион, который не облагается. То есть, в принципе, налог клиент тут не должен оплачивать. Семья многодетная, 6 человек. Проживает в муниципальной трешке. Хотели бы изменить свои условия. Другая квартира, таунхаус, индивидуальный дом. Помогите советом. Приватизируйте. Продавайте трехкомнатную квартиру. Начинайте строить дом. А где жить во время стройки? Снимать квартиру. Ой, здравствуйте. Да. Насколько выросли цены на недвижимость в 2013 году и какой ваш прогноз на 2014? Ну, смотрите, в 2013 году объекты, опять же, вот смотреть на что. Если, например, квартиры, вот я опять же говорю по Москве, если неликвидная недвижимость, это пятиэтажки, панельки, под них ипотеку очень сложно дают, и, соответственно, они практически не растут.
в цене. Растут все-таки в цене объекты, которые очень интересные. К примеру, там, где открывается метро. Ну, ближайший, например, там 14-16 год. Ну, а если это ряд... регионы, то, значит, транспортное хорошее общение, да, сообщение. Развязки хорошие. Там, где рядышком остановки и все такое прочее. Такие квартиры всегда продавали, особенно кирпичные дома. Они даже если построены там в 80-х годах, но кирпичные дома до сей поры пользуются спросом. Панельные дома, они достаточно, там вот шумоизоляция, там, знаете, как в каком-то вот... Знаем. В одном колхозе каком-то живешь, да, и слышно, да, там кружка упала у кого-то, весь подъезд слышит, да, да. А что там говорится, если кастрюля падает... То... А кирпичные, которые немцы строили, пленные, они еще до сих пор тоже... Есть, они котируются, кстати, они... и они, кстати, пользуются. Они очень теплые, эти дома, и они очень пользуются популярностью, потому что они по цене уже чуть ниже рынка, да, то есть они в цене не так растут, но качество проживания в этих домах достаточно хорошее. А, вот, бывшая жена вымогает денег на квартиру, я согласен, но долю оформить на 7-летнюю дочь. Как это осуществить, дом в процессе стройки? Так, значит, жена не владеет. Ну, судя по всему, наверное, нет. Вымогает денег на квартиру. А он хочет оформить долю на 7-летнюю дочь. Ну, что мешает? Дом в процессе стройки. Ну, пусть переоформляют на дочь. Не, ну дело в том, что же... А, ну, простите меня, дочь-то несовершеннолетняя, соответственно, жена будет управлять всем. Да, да. Ну, дочь подрастет, а доля-то у нее будет? Смотрите, не обязательно жена будет. Кто является... Опекуном? Опекуном ребенка. Скорее всего, жена является опекуном. Если жена... Надо понимать... Смотрите, одно... жена ничего не сделает с этой квартирой, да, до 18 когда... лет. А 18 лет это кто? Это ребенок. Да. Он большой дебил. Он пойдет и проиграет эти деньги, эту квартиру в карты. Это надо обязательно учитывать, потому что да, дети 18 лет еще совсем не понимают, что такое жилплощадь. Бывали своя. Такие моменты, когда дети подрастали 18 лет и собственных родителей просили покинуть. Да что угодно покинуть. Может быть. Об этом надо обязательно думать. Так, у нас 5 секунд до рекламы, я просто не хочу перебивать нашего эксперта. Друзья, у вас еще есть возможность. Пишите 5533 и звоните 728-7171. Битва хоров продолжается. Осталось всего 3 команды, и они готовятся к решающим поединкам. Доминик Джокер и хор Алтайского края. Я уверен, что скоро эти ребята станут звездами. Виктор Дробыш с командой Санкт-Петербурга и всей Ленинградской области. Планку держим, и это очень хорошо. Или Олег Газманов и лучшие голоса Краснодарского края. То, что мы не вылетим, это точно. Кто останется в проекте, не пропустите. Сегодня в 16.05 «Битва хоров» на телеканале «Россия». Без возрастных ограничений. Радиоприемная. Парка культуры и отдыха. Да, уж сколько споров вызвало это на 7-летнюю дочь. У меня свои варианты, у эксперта свои варианты. Слушайте, а что такое, когда квартира находится в обременении? Это что значит? Это в ипотеке. А, в ипотеке, но не в залоге. Вот здесь вопрос. Можно в залоге. Вот, если смотрите, если вы взяли у кого-то, у физического лица, в долг, и написали договор займа, то, в принципе, это физическое лицо может пойти и обременить вашу квартиру, ну, то есть с подтверждением того, что эта квартира обременяется взятые деньги. Является ли это основанием для скидки? Или она идет по такой же цене, как квартира без обременения? Разницы здесь никакой нет, только единственное, чтобы должна быть схема открытая, как... Такие скидки на сам объект нет, но достаточно сложный процесс переоформления от одного собственника к другому. Почему? Потому что если есть обременение наложенное, опять же, если банками накладывается, то не все, например, банки соглашаются в ячейку заложить и обременение снять. Угу. Говорят, вот придите сами лично, погасите ипотеку, а только после этого пойдет снятие обременения. Тут нужно знать, на каких условиях снимается обременение при смене на нового собственника. А как проверить дееспособность собственника при покупке квартиры? Нотариус. Ну, я думаю, что нотариус не подтверждает, но справки мы принимаем справки, чтобы опять хотя бы в течение, вот они были свежие, в течение там 3-4 дней до сделки человек приходит и приносит о том, что он нигде не стоит на учете,
в ПНД и НД. А, это вот о чем, да, диспансеры. Нет, всяческие. Вот по поводу диспансеров, здесь же вопрос, то, что, допустим, человек, он состоял на опять учете. Для того, чтобы, знаете, как себя подстраховать, пригласить врача на подписание договора купли-продажи, и чтобы он зафиксировал факт того, что человек адекватен в момент подписания вот договора. Это у нас делал, например, вот в нашей семье это делал нотариус, когда бабушка, потому что она престарелая, светлая ей память, и нотариус спрашивал, просто задавал вопрос, вы сейчас находитесь, вы отвечаете за свое, и прочие, прочие такого рода вопросы, но вот если это молодой человек, то врача, наверное... То врача, нет, да. Минуточку, минуточку. Человек состоял на учете в психоневрологическом диспансере, потом снялся с этого учета, да, продал квартиру, а потом опять у него обострение весеннее пошло, он опять встал на учет, пришел, сказал, ребята, нам... я помнишь, был помнишь, юрист у нас, Марина Вячеславовна, что нам говорила, у нас просто юрист уже в эксперт приходит в эту рубрику, и она говорит следующее, что когда вы приглашаете врача именно на эту сделку, да, врач свидетельствует о том, что, во-первых, этот люфт, когда он не стоит, и что в этот момент у него не было какого-то почему я и сказала, прогресса в заболевании. Что врача приглашать на момент подписания договора купли-продажи. Всё. И взятки гладки. Все, да, я это очень хорошо помню. Потому что ответ. Есть такой контингент людей, особенно молодежь, кто занимается вот, ну, какими-то средствами наркотическими, всякими разными. Да. Они же, смотрите, если он собственник квартиры, а в принципе, как ты можешь продать ее? Только при приглашении на сделку врача. Здрасте. На сколько процентов стоит дороже квартира, если до метро 3 минуты пешком? По сравнению с 20 минутами пешком. Я точно скажу, что процентов на 10 квартира 20 минут пешком будет дешевле. И 3 килограмма в плюсе. Вы это тоже учитываете. Ну, кстати, мы вот... Мне кажется, мы не ответили на вопрос по поводу прогноза на 2014 год. Как-то мы прервались на чем-то там. Смотрите, ну, во-первых, в принципе, как только экономика наша идет, пусть немного, но она идет по нарастающей, то в течение года на недвижимость цены растут процентов на 10-15, они всегда есть. Поэтому, если вы приобретаете за счет инфляции, смотрите, недвижимость всегда... Вот чем хорошо инвестировать в недвижимость и говорить про вклады в банки? Недвижимость, она всегда инфляцию покрывает, потому что за счет того, что инфляция идет, вот эти 10-15% они всегда нарастают в течение года. Скажите, и плюс еще небольшой. Могу я сделать такой ход конем, да? То есть я взять сейчас, пойти в банке 500 тысяч, да, там в кредит какой-то, вложить их к вам, у меня дельта какая-то выйдет хотя бы, хоть какая-нибудь, или нет? Смотря под какой процент вам банк ну, вот даст сейчас, 500 тысяч. У нас там если дельта... он вам там даст, смотрите, у нас потребительский 20 с лишним сейчас. Не-не-не, ну что вы. Сбербанк для зарплатных клиентов на год 14,6 спецакция, а потом там от 16,5. Вы знаете, я рекомендую вот не читать то, чего пишут, потому что в банк приходишь, начинаешь. Нет, с ними я вам подтверждаю лично, это так. Вот смотрите, тогда вы, получается, берете деньги под 14,6. В принципе, 5. Да, 3%. 3,5% вы заработаете. Но это тоже немало, если денег много. То есть вот из-за вот дельта, если вы считаете 18%, да? То есть 3% все-таки у меня что-то там упадет. Ну, с 500 или с миллиона, посчитай. С миллиона 3%. За какой срок? За какой срок? В течение года. В течение года. И они дают под этот процент на год. Пожалуйста. О! Подруга уехала... Способ. Подруга уехала в Америку на ПМЖ и хочет продать мне квартиру в рассрочку. Как правильно это сделать, Галина из Москвы? Прописать все в договоре. Услуги. Смотрите, вот тут опять же будет накладываться обременение к вопросу о том, что когда оно накладывается. Расчет не произведен. То есть она становится собственником, но предыдущий собственник, он обременяет эту квартиру. То есть обременение снимается после того, когда расчет весь завершится. Когда будет выплачена последняя сумма, да? И это все оформляется у нотариуса, естественно. Ну, не обязательно у нотариуса. Можно обычным письменным договором прописать все расчеты и сдать в регистрационную палату. Собственник поменялся, но квартира под обременением. Как только расчет весь произведен, то собственник становится единоличным владельцем этой квартиры. Предыдущий собственник пишет расписку о том, что расчеты все закрыты, идет с этой распиской
списка в регистрационную палату, и снимается обременение. Не совсем она на ПМЖ получается в Америку. Придется на каникулы возвращаться. Так, есть еще несколько минут, давайте. Слушайте, а вот недвижимость за границей. Сейчас очень сильно рекламируют. Там в Болгарии покупаете недвижимость, в Турции покупаете какие-то квартиры. Ну, там вот смотрите, мое мнение по поводу зарубежной недвижимости. Если есть в этом необходимость, то покупайте только для себя. Как инвестиции, достаточно непростой вопрос, потому что у меня ряд клиентов, которые вот, ну, попали с этой ситуации. Объясню, почему. Потому что происходят некие моменты. Нужны юристы, адвокаты, которые будут все это вести. Когда нам предлагают это купить, расписывают очень красиво. Как только возникает сам факт приобретения, то начинаются управляющие компании, начинает 1%, юрист за сопровождение другой процент. То есть нужно сразу просматривать все нюансы. Катаясь за границу, если вы катаетесь, допустим, там 2-3 раза в год вы будете в эту квартиру кататься, то, в принципе, это возможно. Но я сама лично, я предпочитаю инвестировать, именно инвестировать в нашу московскую недвижимость. В то, что под боком. То, что рядом. Вы всегда сможете быстро среагировать и управлять этой недвижимостью. А все-таки за границей это достаточно нужно время, расходы, опять конечно. Же. Посчитайте, если вы полетаете 3 раза в год, билеты для того, чтобы выяснить вопросы с управляющей компанией. А во сколько вам же? Ну, это корпоративчик проведет, все хорошо. Не, ну, этот самый, тут уже вопрос. Если свой домик на Кипре, там, знаете, когда если свой для себя... На Кипре даже банкоматы плачут, а ты домик. Не понял? Ну ладно. Ну как не понял? Да он летом, видимо, болел, тоже пропустил кипрский коллапс. Друзья, эта тема, конечно, бесконечна. Про деньги можно говорить утром, вечером, ночью. И это приятно, особенно когда говорим о приумножении капиталов. Тем не менее, пора говорить спасибо. Специалист по инвестициям в недвижимость Вера Семеновна, спасибо вам огромное. Думаю, не в последний раз. Есть еще что обсудить, да? Конечно, обращайтесь. Обратимся. Да, ну а в следующем часе мы будем разбирать технологию праздника. К нам придут аж целых 3 гостя. Да, боже мой. Тематические выходные продолжаются, друзья, и идеи празднования Нового года будут освещаться в следующем часе. Не пропустите. В Москве 10 утра. Студия с новостями. Анастасия Юрьева. Здравствуйте. В этом выпуске оппозиция Украины назвала условия, при которых пойдет на переговоры с властью. Громкий скандал разгорается вокруг премьера Чехии Иржи Руснака. И о расширении собственной зоны противовоздушной обороны объявила Южная Корея. Теперь подробнее об этих и других новостях. Оппозиция Украины назвала условия, при которых пойдет на переговоры с властью. Диалог будет возможен только после отставки нынешнего правительства. Кроме того, требует освободить всех задержанных участников Евромайдана и наказать виновных в его силовом разгоне, который произошел неделю назад. В случае начала переговоров оппозиционеры намерены обсуждать вопрос о досрочных выборах президента и создании так называемого технического кабинета.